как работает скорая в Японии и чем лечатся японцы. Мы думали, у Тоши обычная простуда, ничего не подозревая, сели отмечать Рождество. После ужина я дала ему наш ибупрофен. И тут через 40 минут его температура поднялась резко до 39. Я поспешно села звонить в скорую. Скорая приехала через 5 минут. Я была безумно благодарна, что они вообще приехали, так еще и с носилками. Мило зашли домой в носочках без обуви, но каски снимать не стали. Японцы всегда придумывают риски и последствия заранее. В случае землетрясения или какого-нибудь происшествия они знают, что исполнить свой долг стоит на первом месте. К их приезду температура у Тоши поднялась до 40,5. И они сказали, что возят его в больницу немедленно. Пока я в попыхах искала страховку и собирала вещи, у дверей в подъезде они уже укладывали Тоши на носилки и бережно покатили к скорой машине. Все действия были так сложены, командный дух в первом часу ночи меня впечатлил. Меня обязали пристегнуться, и мы поехали под звуки сирены. Так, плавно и не спеша,